Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу». Меня зовут Константин. Прицеп StarCraft 182RB для двоих. Но я хочу начать не с этого. Я хочу начать опять с отличия американских прицепов от европейских. Значит, этот прицеп выполнен, сделан из алюминия. Точно так же, как и все европейские прицепы. Но обратите внимание, у него не ровная вот стена, она такая как бы решеткой, гармошкой. Для чего это сделано? Значит, дело в том, что тот, кто знаком с материаловедением, тот знает о том, что каждый материал имеет так называемый коэффициент расширения. Зимой он сужается, летом расширяется. Зимой сужается, летом расширяется. То есть так называемый цикл сужения, расширения. И когда этот цикл происходит много раз, то любой материал, любой металл дает трещину. Ну, очень знакомо по проволоке. То есть, чтобы нам сломать проволоку, мы не тянем ее вот так, а вот все время вот так делаем, в итоге она ломается. Значит, то же самое с прицепами, которые сделаны из алюминия. Сжимаются, расширяются, сжимаются. То есть, зимой сузились, летом расширились. Зимой сузились, летом расширились. И в итоге, если не применить специальные меры, то происходит вот в этом материале трещины. И вот американцы придумали следующую структуру стенки. Они сделали стенку рифленую. То есть, когда прицеп испытывает вот эти вот температурные перепады, да, и материал сужается, расширяется, то никаких трещин в этом прицепе нет. Вот мне как-то один человек в комментариях сказал, ха-ха-ха, он, видите ли, вот такую вот весь из такого-то вот интересного гармошкообразного материала. Ну вот именно этот гармошкообразный материал и предназначен для того, чтобы компенсировать эти температурные расширения, и сделано это для того, чтобы этот прицеп служил вам как можно дольше. Вот, ну теперь поехали о следующих особенностях американских прицепов. Но я уже в одном видеосюжете говорил, сейчас повторюсь еще раз. Значит, обратите внимание, вот если я закрою дверь, да, визуально, где середина прицепа? Середина прицепа вот где-то в этом районе. Видите? Вот здесь середина прицепа. Значит, и здесь центр масс. Да? То есть, вот представьте, что прицеп — это весы. Да? И вот если мы здесь поставим опору, то у него будет качение вот приблизительно такое, как у весов. То есть, там масса и здесь масса одинаковая. Я имею в виду сухого прицепа. И во всех европейских прицепах оси расположены как раз вот в этом центре масс. Для чего это сделано в европейских прицепах? Для того, чтобы снизить нагрузку, вертикальную нагрузку на фаркоп, чтобы на ваш тягач приходилось как можно меньше веса. Вот, это в европейских прицепах. Но американцы взяли и сместили ось за центр масс, сместили назад. Для чего они сделали? Это сделано для того, чтобы прицеп чувствовал себя увереннее на дороге, чтобы он был меньше подвержен раскачке. Я сейчас объясню, что такое раскачка. Вот представьте весы, да? Если их тронуть, они начнут качаться туда-сюда, туда-сюда, как маятник, да? Чтобы прекратить качение этих весов, нужно сместить центр масс. Они раз и опустятся сюда или сюда, да? Чтобы маятник перестал туда-сюда качаться, сместите центр массы, маятник перестанет качаться. Чтобы прицеп был меньше подвержен раскачке, уберите ось, сместите ось от центра масс, и прицеп перестанет раскачиваться. Именно так американцы поступили. То есть они сделали максимальную скорость прицепа на дороге не 100 км в час, как европейские, а 120-130, и прицеп сделали более безопасным в движении. Он меньше подвержен раскачке. Но за это пришлось расплатиться вертикальной нагрузкой на ось. Дело в том, что здесь вертикальная нагрузка на ось, вот во всех американских прицепах, она не 140 кг, не 120, не 140 кг, как на европейских. Она 180, 220, доходит до 320. Как это победить? Нагрузка идет в основном на фаркоп, не на автомобиль. Поэтому тяговые характеристики вашего тягача тут совершенно ни при чем. Самое главное – это фаркоп, который способен выдерживать вот те или иные вертикальные нагрузки. И чтобы, допустим, ваш Land Cruiser 200 или ваша Toyota Prado, или ваша Toyota Hilux, или ваш Nissan пикап
смогли выдерживать вот эти нагрузки, нужно просто-напросто вместе с этим прицепом купить американский фаркоп, где площадь соприкосновения самого фаркопа с рамой больше, и он выдерживает больше вертикальной нагрузки. Поэтому, если вы хотите себе купить американский прицеп, не нужно сейчас прям покупать фаркоп европейский. Нужно фаркоп именно для вашей машины привезти из Америки, и мы вам его смонтируем. Тогда он будет способен выдерживать эти вертикальные нагрузки, и ваш прицеп будет более устойчив на дороге. Ну, я на примере каждого прицепа рассказываю вам про отличия американских прицепов от европейских. Еще одно отличие американских прицепов, вот это самовыдвигающаяся маркиза. В европейском прицепе нужно воткнуть палку, крутить, и вот сама маркиза выходит, да? Затем в европейском прицепе опоры маркизы стоят внизу, они никак не закреплены к корпусу, и в итоге малейшее дуновение ветра, и маркизу нужно убирать, потому что она может от ветра сломаться. Здесь маркиза выдерживает очень большие, ну, ветровые нагрузки, скажем так, и эта маркиза выдвигается, задвигается автоматически. Это очень важно. Ну, представьте, подул ветер, вы уже там легли спать, вдруг там ветер усилился, нужно сонным выбегать, собирать эту маркизу, еще не дай бог, там вы не успели, и она куда-то там сместилась, улетела. Ну, я знаю, что это такое, поверьте. Здесь почувствовали, проснулись, протрали глаза, вот нашли там эту кнопку, нажали на нее, она хоп, сама и ушла. Все. Это очень-очень-очень удобно. Вот. Ну, про воду я уже рассказывал 100 раз, да, что кассета биотуалета в американских прицепах, ее вообще нет. Есть бак биотуалета. Кассета биотуалета в европейских прицепах 20 литров, а тут 150 литров. Есть разница, да? Вот, значит, ну, теперь пошли внутрь этого прицепа. Я вам покажу, то есть вот этот прицеп, он идеальный, 182, он идеален для двоих. Ну, или там третий человек, ваш друг, или там ваша внучка, или ваша дочка. Ну, вообще, это прицеп классный именно для двоих, ну, максимум семья там из мамы, папы и ребенка. Или там бабушка, дедушка решили с собой внука или внучку взять. Это не огромный семейный прицеп, но он просто идеальный для двоих человек. Пойдемте внутрь и посмотрим, что там внутри. Итак, прицеп StarCraft 182 RB. Мы проводим видеообзор внутри, но сейчас мы начнем... Ну да, мы внутри проводим, а вот первая внутренняя поверхность – это так называемый гараж. То есть, ну вот это багажное отделение прицепа. Даже его половина, то есть справа, это справа, с левой стороны точно такой же лючок. Да, совсем забыл, вес этого прицепа 1930 килограмм, то есть его запросто могут потянуть, в принципе, все более-менее нормальные тягачи. То есть, ну, для сравнения, хобби 720, вес 2200, у этого 1930. Но это огромный, большой, простой прицеп для двоих. Везде натуральное дерево, естественно, всегда. Не перестаю вам говорить о том, что микроволновка всегда включенная опция. Дальше вытяжка всегда включенная опция. Значит, духовки в основном включенные опции. Вот правда, в этом нет духовки, да, поэтому, ну, очевидно, тут может быть именно в этой модели это дополнительная опция, но вот здесь почему-то духовки нет. Значит, везде американцы всегда стараются делать кухню обязательно с поверхностью для того, чтобы готовить, там, резать лук, огурцы, помидоры, то есть большую кухню. Тут хоть он и на двоих, но все большое, они не стесняются в, скажем так, в площадях, в поверхностях. Вот это вот стол-трансформер, прицеп для двоих, но основное место для того, чтобы спать, вот здесь. Это так называемая королевская кровать. Значит, подходы к ней слева и справа, у каждого индивидуальный шкафчик. Вот сейчас я вам покажу. Вот он, значит, индивидуальный шкафчик, достаточно большой. Видите, одежду можно даже вот большую, типа костюма или что-то еще вешать. Да, не просто там тумбочка, а шкаф. Вот приятно ощущать. Вот вы знаете, я все время чувствую натуральную мебель. Вот это действительно натуральное дерево. Значит, полка большая сверху.
И вы знаете, вот видео, конечно, это не передаст, да, но матрасы здесь, матрасы в американских, я не знаю, с чего они сделаны, вот нужно поизучать, но матрасы американские, они особые, даже вот, ну, я не знаю, в мебельных магазинах, как-то я один раз пытался купить американский матрас, мне сказали, ой, да эта штука очень дорогая, она ужас сколько стоит и так далее. Так вот, в этих прицепах везде вот эти вот там невероятно удобные. И какая-то особая мягкость вот у этих кроватей, да. Значит, и вот что в этом прицепе мне нравится, вот именно в этом, это отдельная душевая комната. Это как в хобби ВФЦ, ВФУ, все, что со значком W. Значит, отдельная душевая комната и, конечно же, отдельный огромный душ. Не душевая кабина с пластиковой перегородкой. Нафиг она здесь нужна, эта пластиковая перегородка. А, тут вот как у вас дома, видите, вот такая закрывашка, да? Ну, она скотчем здесь придет, ну, понимаете, да? То есть вот такая шторка, да, и тут можно мыться, достаточно большая ванна, и можно вот детей купать маленьких, потому что тут вот самая настоящая ванна, в которой можно детям с маской и трубкой плавать в прицепе. Вот. Значит, отдельный туалет и отдельный умывальник. Значит, материалы все эти влагостойкие, поэтому можно их поливать, и, собственно говоря, там ничего не будет. Значит, холодильник, значит, автоматическая смена источников энергии. Холодильники тоже всегда очень большие. То есть в Америке всегда большое. Нет ничего маленького. Они никогда ни на чем не экономят. То есть они делают вот как для себя, скажем так, как для себя. Все большое. Большая кровать, большой холодильник, большая ванна, большой душ и все, большой душ, и все это в прицепе массой 1930 килограмм. Вот, еще раз повторяю, прицеп, я считаю, что это мое мнение, значит, я считаю, это мое мнение, что прицеп для двоих. Значит, хотя по документам он для четверых. Вот два места и вот еще два места. Но почему я считаю, что он для двоих и плох он для четверых? Потому что если, допустим, его купит семья из двоих взрослых, двоих детей, ну, положите вы детей спать здесь, да? А сами ляжете здесь. Во-первых, нет перегородки, неудобно, да? То есть вы никак не отделитесь от детей. Это первое. Второе. И когда вы утром проснетесь и захотите позавтракать, здесь детки будут спать. А вечером, наоборот, вы все поужинали, вы хотите ложиться спать, а им нужно расстелить эту кровать и все убрать со стола. То есть вы не можете все это бросить и лечь спать, потому что детям нужно где-то спать. Это в какой-то степени это неудобно. Поэтому я считаю, что для семьи нужны семейные прицепы с отдельными детскими комнатами, а этот прицеп все-таки для двоих, ну иногда внука, внучку взять. Вот этот прицеп идеальный, в нем будет очень-очень просторно. С вами была компания «Дом в дорогу». Меня зовут Константин. Наш сайт домвдорогу.ру. Мы повторяем невероятно интересное путешествие с автодомами по США. С 9 по 30 сентября стандартная программа, а по 7 октября расширенная. На этот раз оно будет еще интереснее, еще грандиознее. Лос-Анджелес, национальный заповедник «Долина смерти», Лас-Вегас, Великие каньоны, каньон Антилопы, скала Изгиб Подковы, Сан-Франциско. А те, кто выберут расширенную программу, еще посетят Гавайские острова и возвратятся в Москву через Токио. Подробные планы и запись в это путешествие на сайте домвдорогу.ру, разделе «Путешествия».